Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Активное влияние планеты Марс влияет на тех людей, кто родился 9, 18 или 27 числа любого месяца. Особенно если это происходит в период с 21 марта по 19-26 апреля. Он называется положительным домом Марса. Или в период с 21 октября до 20-27 ноября. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Представители этого имени всегда добиваются своих целей и побеждают при любых условиях. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Этим людям нужно стараться не стать тиранами ни в семье, ни в коллективе. Удерживать себя от критиканства, мелочной вражды, раздражительности и аморальных поступков. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.